Я буду если не заберешь свои слова обратно. Понял меня? Ты понял меня обратно? Хорошо. Поехали, куда поехали? Сейчас поедем. Подождите. Вы умники, что, совсем располосовали? Вы что, забыли, где вы живете? Взяточки. Я здесь ни одного рубля не взял взятку. Кто такие, меня взятки, забирают в наручники. Кто вы такие? Сколько полиции дети? Да, на три раза по***. Еще раз встречу. Свобода, я без наручников тебя ныкаешь. Хоть в армии служил? Служил хоть в армии-то, нет? Нет. Служил хоть в армии-то, нет? Подтверждаете свои слова? Подтверждаете? Нет. Чего отвернулись сразу? Вы что, куда ты стоишь? Где стоишь? Куда меня стоишь? Ожидайте. Вы не по вашему. Что вы оскорбляете меня? Я вас как-то оскорбил? Да нет, я просто спросил. Я с ним разговариваю как с другом. Да я просто спросил. Я думаю, ты без обиды шпи. Спасибо. Депутат такой. Я служу свой депутат, потому что мне западло. Если кто-то, кого-то меня оскорбляет ни за что. Понятно вам, нет? Я сложу свой депутатство. Я прямо сейчас напишу заявление, потому что вы не имеете права трогать меня. Потому что я ни рубля не взял. А вы помогаете деньги. Я ни рубля не взял за 15 лет. Вас никто не оскорблял. Да ну? Да. А 40 минут меня кто вымогал тут денег? А? Понятно.